Потому что я не могу... А, нет, все-таки уходит. А то я уже подумала, что... Мне кажется, Виктория Георгиевна просто подождала оценки, так перевела дух, осмыслила произошедшее немножко. Тоже в ее потому что сейчас идти в микс-зону, куча вопросов, куча всего. И, конечно, нужно взять паузу, сейчас выдохнуть. Ну, здорово. Да, и, конечно, Алина, которая сейчас пойдет тоже в микс-зону. И там еще и Женя до сих пор дает комментарии. Надеюсь, это усилиями и благодаря нашим корреспондентам тоже услышим и увидим. Слава Богу, так что не уходите. Ну а Ли Кавальем со своей короткой программой сейчас завершает выступление в сильнейшей разминке. Тройной луц. Вот этой девчонке сложнее всех. Ой. Завершает она не только соревновательный день в женском одиночном катании, но и после... Таких прокатов. Конечно, собраться. Это плюс такое еще, мало того, что просто долгое ожидание, да, и еще. Еще вот пять таких... чистых прокатов, пять рекордных каких-то оценок высоченных. У всех причем, да? Ну, кроме Жени, да, там у Жени чуть-чуть была ошибочка. Катание было роскошное. Катание вот это все слышать. О, так что надо отдать должное. Девушка очень талантливая. Ну и тоже надо сказать, что вот сейчас был у нее тройной луц с не лучшим выездом, поэтому каскад она решила не делать. И сейчас постарается тройной тулуп присовокупить к тройному флипу, который должен последовать. Каскад не показал. Не получился, да. Потому что выезд тоже был неудачным. Вот так. Ну вот это тоже, да, вот из разряда психологии очень трудно выступать. Это надо быть действительно опытным, подготовленным таким бойцом, чтобы выдержать такой напор. К сожалению, вот Лаурин таким пока бойцом, таким опытным, опытной катальщицей не является. Она совсем недавно появилась на небосклоне фигурного катания. Конечно, в этой ситуации очень-очень сложно. Ну что ж, давайте не будем томить вас в ожидании. Давайте послушаем, что Женя Медведева сказала после своего проката. Они нам интересны.